Серию краж из подвалов раскрыли полицейские Петропавловска. В основном у людей пропадали электроинструменты. В одном из случаев ущерб составил около 200 тысяч тенге. Один из горожан, спустившись в подвал незадолго до Нового года, обнаружил пропажу двух велосипедов. Первое время я их пристегивал, а что-то вот в последнее время, ну уже больше 20 лет живем, как бы ни, таких случаев ничего не происходило. Поэтому соседи все здесь добропорядочные. Никаких сомнений не было. И вот за 20 лет первый раз такая ситуация произошла. Полицейские выяснили, что злоумышленник вскрывал подвалы путем подбора ключа, а кладовки взламывал подручными средствами. В январе оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний горожанин, ранее судимый за кражу. Большую часть похищенного удалось изъять. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены вещественные доказательства, которые были похищены с подвальных помещений. По данному факту проводятся следственные действия. В деле фигурируют 5 эпизодов. Полицейские проверяют возможную причастность подозреваемого к другим преступлениям. Хочется выразить особую благодарность следователю следственного отдела Кудабаеву Дархану Жанатовичу, что он постоянно был на связи, за что так оперативно все получилось это дело раскрыть. Ребята-оперативники тоже там, Ернар и Жусуп, тоже с самого начала, с самых первых празднично-новогодних дней, как бы были на связи. Полицейские рекомендуют людям пользоваться надежными замками, устанавливать камеры видеонаблюдения перед подъездами. Все это способствует профилактике подобных преступлений и их быстрому раскрытию. Дарья Пышмынцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции.